Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим, как установить уличную камеру видеонаблюдения в цилиндрическом корпусе самостоятельно. Что нам для этого потребуется? Любая уличная IP-камера, коробка для того, чтобы спрятать, монтажная коробка для того, чтобы спрятать коммутацию проводов. Коробки могут быть недорогие, которые ставятся возле камеры, и специальные, брендированные от производителя, но они стоят достаточно много, поэтому не каждый может ее себе позволить. В случае специализированных коробок камера ставится прямо на нее и выглядит более эстетично. Но когда коробка стоит сверху или сбоку, тоже не критично. Поэтому мы с вами рассмотрим более бюджетный вариант. В комплекте с камерой всегда идут дюбеля с саморезами, которые устанавливаются в бетон или в силикатные блоки. Для того, чтобы установить на дерево, хватит обычных саморезов. Чтобы установить дюбеля, можно воспользоваться трафаретом, который наклеивается, и не нужно делать разметку под отверстие. Сегодня он нам не понадобится. Установим круглую коробку на обычные саморезы. Теперь установим камеру на обычные саморезы. Стоит сказать также про кабель. Для IP-камер используется витая пара. Она может быть заведена со стены из дома, поэтому она делается в коробке отверстие и выходит прямо из коробки и коммутируется с камерой. Камеру необходимо вести в коробку через специальные резиновые заглушки. Если кабель идет по улице, желательно его пропускать через гофру, для того, чтобы со временем с ним ничего не случилось. Гофру также мы вводим через резиновые заглушки. Делаем отверстие под необходимый размер гофры в резиновой заглушке. Натягиваем на гофру с запасиком и вставляем в коробку. Теперь то же самое проделаем с камерой. В комплекте есть герметизация для разъема, для коннектора этой пары. Данную камеру мы подключаем по технологии ПОЕ, то есть питание по витой паре. Также можно запитать камеру с помощью двух жил питания. Итак, надеваем герметизацию. И обжимаем кабель по схеме.
Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Теперь осталось одеть прокладку, резиновую прокладку и соединить разъем. Теперь влага сюда не попадет. Единственное, что можно изолентой или стандартной заглушкой, но которая может выпадать. Поэтому лучше изолентой замотать разъем питания от попадания влаги. И прячем все в коробке. Настраиваем камеру в необходимую сторону. И вы великолепны. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Хочу отметить, что для наших подписчиков действует специальное предложение. Переходите на наши сайты. До новых встреч!